Я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода в Керчь. Это действительно нужная, большая работа, которая будет завершена к концу 2018 года. И это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем. Этой исторической справедливости ждали без всякого преувеличения и думали об этом миллионы людей. И это произошло благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев на референдуме 2 года назад.